молодого солдата спрашивают, если вот если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит, господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Ситуация в области такая же. У нас делают вятский квас. Квас? Вятский квас. Ну, охрана... Я чувствую, вы охрана... кваску-то махнули уже с утра. Is Russia, as Robert Miller alleged, attempting to influence the 2020 elections in the United States? По секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. В седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать.